«Проклятие плачущей» стартует в российском прокате. Это американский триллер отсылает к мексиканской легенде о плакальщицах. Так называют в стране несчастных страдалец, которые потеряли детей и вынуждены скитаться по миру в виде призраков. Но что делать, если привидение приходит в обычную семью, а видит их только ребенок? Авторы картины пытаются найти ответы на вопросы. В кинофильме «Проклятие плачущей» рассказывается история социального работника Анны Гарсии. Она берет под опеку детей-сирот. В скором времени оказывается, что двое из них мертвы. Трагическое событие произошло после ее переезда в новый город. А кроме того, она начала замечать, что в ее доме творятся мистические, наводящие ужас на нормального человека вещи, явно связанные с нечистыми силами. По ночам слышатся женские крики. Твои дети. Купаться. Купаться. Пока в безопасности. Они не слышали ее плач. Не ощутили горечь ее слез. Но это случится. И она придет за ними. Кто? Ла Йорона. После похода к местному священнику она узнает, что ее детьми намерен овладеть жуткий дух плакальщицы Ла Йорона, широко известный в мексиканском фольклоре. По преданию, человек может считать себя обреченным, если поздней ночью услышит отчаянный женский плач. Фильм полностью завязан на этой легенде. Режиссером картины выступил Майкл Чавес. Для людей, разбирающихся в кинематографе, это далеко не последнее имя, а тем более в жанре хоррор, в котором Майкл профессионально работает уже давно. Команда создателей надеется, что сумеет по-настоящему поразить и напугать зрителя своим творением. Если вы любитель ужасов и готовы лицом к лицу столкнуться с плакальщицей, тогда она ждет вас в киноконцертном зале «Панорама» на Смоленском, 29. Информация по телефону 300-033. Заказать билеты можно онлайн на сайте panorama-tver.ru, а также на страницах в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм. «Проклятие плачущей» имеет возрастное ограничение 16+.